Сегодня, 17 октября, Церковь вспоминает священномученика Иерофея Афинского. Святой Иерофей, епископ Афинский, жил в первом веке нашей эры. Он вместе с другим великим святым Дионисием Ареопагитом был членом Афинского совета старейшин Ареопага. И также вместе с ним был среди тех, кто слушал проповеди апостола Павла и принял у него крещение. Святой Иерофей был поставлен Павлом афинским епископом. По преданию, епископ Иерофей присутствовал вместе с Дионисием Ареопагитом при успении и погребении Пресвятой Богородицы. Скончался святитель мученической смертью. Его особо почитают в Греции и Испании. Почитание святых и молитва к ним является древнейшей традицией Церкви, сохраняющейся с апостольских времен. Церковь не поклоняется им как Богу, а воздает честь как людям, достигшим духовной высоты и соединившимся с Богом. Мы надеемся на их молитвы перед Господом и просим сегодня святого Иерофея: моли Бога о нас.